Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с очередным проектом по заработку в интернете. Его название этого ресурса VMware Fast в честь VMware кошелька, рублевого кошелька на WebMoney. Это очередной ресурс, где можно заработать на просмотре рекламы и выполнении заданий. Этот проект меня привлек тем, что тут уже достаточно большое количество людей. Мы можем понаблюдать, сверху есть баннер, где всего пользователей 91 510 человек. Это достаточно крупное количество пользователей. Вот, видим, что новых за 24 часа 251 человек, активных за 24 часа 4774 человека, ну и так далее. Также, что примечательно, этот проект работает с платежной системой WebMoney. Этот проект получил аттестацию от WebMoney. Можно вот наблюдать снизу ярлычки. Также он работает с Kiwi кошельком, с такой платежной системой, Spire, Perfect Money и Яндекс деньгами. Это не может не радовать, потому что многие люди подвязаны на этих системах, по крайней мере те, кто зарабатывает в интернете. Это самые стабильные, самые чаще всего распространенные платежные системы. Поэтому для удобства они тут все присутствуют. Так, регистрацию на этот проект вы найдете внизу под видео. Ссылочка будет, перейдете, кому будет интересно, кто хочет зарабатывать в интернете. У меня таких подобных ресурсов, которые дают возможность зарабатывать в интернете на просмотре рекламы и на выполнении заданий, уже достаточное количество. Ссылочки будут внизу под видео. Сможете также, если вас заинтересует, взять и просмотреть эти ресурсы. Давайте же пройдем быстренько регистрацию, просмотрим. Я-то уже зарегистрирован, но тем не менее покажу вам, как это все происходит. Регистрация простая. Видите, что здесь надо авторизироваться через WebMoney. У вас должен быть кошелек на WebMoney. Я думаю, практически у большинства людей, кто зарабатывает в интернете, он уже открыт. Поэтому я на этом останавливаться не стану. Сразу же посмотрим. Авторизацию через WebMoney пройдем. Видите, что в данном случае я уже практически авторизирован. Мне достаточно только вбить капчу, которую предлагает платежная система. После того, как вы авторизируетесь, я сейчас вам этого не покажу, потому что меня система автоматически уже забрасывает, так как я зарегистрирован. Там очень все просто. Вам надо вбить стандартные поля. Это email, пароль два раза. Первый раз и второй раз подтвердить. После этого все это подтвердить. Будет снизу кнопка. Вы подтверждаете, регистрируетесь. Вам говорит система о том, что вы благополучно зарегистрировались. После этого вас перебрасывает на ваш кошелек. Может быть, предварительно надо будет еще раз ввести повторно ваш логин и пароль, которые вы при регистрации указывали. После этого уже тогда точно вас перебросит в ваш личный кабинет. С левой стороны, видите, у меня тут еще не все баннера, которые после регистрации появляются. Я их еще не все взял, опробовал, не все кликнул. Их у вас будет больше после регистрации. Там надо будет авторизироваться до конца, то есть пройти уже полностью, забить ваш полностью профиль. Это дает вам дополнительные баллы. Видите, вот у меня такой мониторчик, здесь написано 11. То есть за каждый шаг выполнения по заполнению вашего профиля вы получаете какое-то количество баллов. За почту, которую вы авторизируете, вам дается, насколько я помню, 10 баллов сразу же в вашу копилку падает. Видите, также можно указать ваш пол в профиле, укажите, пожалуйста, вашу дату рождения в профиле. Это все нажимаете, переходите, указываете, заполняете полностью ваш профиль. У вас на этом накапливаются баллы, то есть на выполнение этих простейших заданий по заполнению профиля. Что еще здесь можно, на что обратить внимание, это то, что здесь достаточно все просто заработать. На данный момент тут только есть задания и просмотры рекламы. Просмотры рекламы — это более дешевый вариант, и задания — это более дорогой вариант заработка. Также, что еще хочу сразу же заметить, если вы посещаете регулярно ресурс, тогда вам беспокоиться незачем. Если же вы какое-то время выпадаете с этого ресурса, то есть вы видите, что не прет, вам надо неделю-две где-то отдохнуть, или вы уезжаете куда-то в отпуск, вам достаточно зайти, нажать на кнопку «Профиль» и вниз спуститься, видите. Если вы планируете некоторое время не входить в свой аккаунт и не хотите терять рейтинг, потому что вот самое главное, что я хотел сказать, это если вы покидаете проект на какое-то время, будете просто отсутствовать,
ваш рейтинг будет снижаться постоянно. Каждый день отсутствия – это минус какое-то количество к рейтингу. Для того, чтобы этого не происходило, вот, чтобы не терять рейтинг за неактивность, вы можете взять отпуск, нажать на кнопку «Уйти в отпуск». Вот, нажимаете эту кнопку и уходите в отпуск. Тогда система вас не трогает, ваш рейтинг не снижается. И после того, как вы вновь зайдете на ресурс, авторизируйтесь, вновь попадете в этот проект, только тогда этот отпуск аннулируется, и вы вновь уже в проекте. То есть постоянно, как только вы вошли, вы опять работаете, вы активны. Если вы хотите опять покинуть этот проект на какое-то время, вам опять надо идти в отпуск. Иначе просто вы весь рейтинг, который вы накопите здесь, вы просто его возьмете и сольете. Что, на что влияет рейтинг? Вот рейтинг влияет на количество заработка, на количество заработка от рефералов. Здесь есть реферальная программа. Есть также автореферал. Вы можете покупать рефералов, биржи рефералов, все остальное. То есть стандартный пакет услуг подобного проекта. Вот, биржа рефералов есть, тут можно их купить. Но опять же, не советую этого делать, потому что никто не знает, какого вам рефералов парят. Возможно, реферал уже не особо активен. Он, да, может быть, показал какие-то результаты поначалу, но после того, как он начал сдавать, его решили просто скинуть, просто продать. Поэтому не очень будет приятно, если вы будете вот этим человеком, потенциальным лохом, которому просто впарят не ту лошадку. Вот лучше, конечно, нарабатывать рефералов самому. Есть ваши рефералы, если они у вас есть, то они будут здесь отображаться в вашем личном кабинете. Вы сможете зайти на вкладочку «Ваши рефералы» и посмотреть. Также вы можете написать приветствие рефералов. Это то письмо, которое после того, как по вашей ссылке кто-то перейдет, попадет, зарегистрируется, он сразу же получит это письмо. Вы здесь можете написать приветствие какое-то, рассказать в трех строчках там, о себе, о том, как здесь можно зарабатывать. То есть самые простые фразы, которые, в принципе, чаще всего пишут рефереры своим рефералам. Вот. Проводятся также конкурсы рефералам, вы можете их устраивать, создавать для того, чтобы увеличить активность ваших рефералов. Вот. Для распространения рекламных материалов вам надо зайти, ну, получить эти самые рекламные материалы. Их можно получить, нажав на вкладку «Рекламные материалы». Нажимаете, переходите. Если у вас есть сайт, берите баннера, клейте их, распространяйте и приглашайте новых пользователей в проект, которые будут уже становиться под вами, будут вашими рефералами. Если же у вас нет сайта, но есть социальная страничка по заработку, достаточно вот этой ссылочки, берите, распространяйте, у вас будет своя ссылочка, распространяйте и приглашайте новых участников в этот проект и зарабатывайте вместе. Достаточно простая эргономика этого сайта, все доступно, все понятно, можно по вкладкам проходиться. Долго это просто будет затянутое видео. Я думаю, каждый, кто пройдет по ссылке внизу под видео, сможет зарегистрироваться, спокойно взять и ознакомиться. Если будут какие-то вопросы, всегда можете написать мне в комментариях. Я постараюсь на эти вопросы ответить. Есть вот также почта, входящие сообщения, исходящие сообщения, написать сообщение. Все здесь отображается достаточно логично, без каких-либо затруднений. Я думаю, если вы не полный, блин, бот, то разберетесь без лишних каких-то проблем. Вот, давайте сразу же посмотрим, какие здесь есть эти простейшие задания. Давайте зайдем в задания, я вам просто прочитаю, выполнять их не буду, потому что это, опять же, таки просто затянет мое видео, которое и так достаточно часто у меня уже длинные. Вот, что я хотел сказать, смотрите, задания стандартные, они ничем не отличаются от других ресурсов, потому что чаще всего рекламодатели, кстати, хотел бы заметить, что здесь также могут продвигать свои ресурсы и рекламодатели. Большая площадка, большое количество пользователей зарегистрировано уже в проекте, поэтому привлечь на свой продукт, привлечь на свой, будь то сайт, будь то блог, интернет-магазин и так далее, всегда есть смысл, вы можете разместить здесь рекламу, ну и эта реклама будет уже показываться людям. Привлечь трафик на свой канал, на свой сайт, как минимум тут уже это реально сделать. Просто проплатив рекламу, показать, сколько вы хотите сделать дней, это рекламная акция, что сколько она будет длиться. Ну, все стандартно, все просто. Видите, да, с правой стороны есть сайт-бар, здесь заказ рекламы.
купить посетителей, псевдоссылки, контекстная реклама, разместить задания. Это все очень просто. Что еще интересно, администрация проекта проводит разные голосования. Тоже, мне кажется, очень нужная вещь, потому что тут, видите, самые простые вроде бы как бы вопросы, но они дают возможность оптимизировать ресурсы и дать ему толчок для дальнейшего развития. Вот в данном случае проводится голосование, какая платежная система более удобная для вас. Тут надо выставить WebMoney, Яндекс.Деньги, Fire, PerfectMoney, Kiwi или другая, то есть проголосовать. В этом тоже есть какой-то дополнительный плюс для этого проекта. Давайте же посмотрим. Видите, задание на 5 минут. Тут есть, можно прочитать, это VIP-задания. Они стоят по 10 рублей, по 1 рублю. Но если их выполнить, то можно так просчитать. В зависимости от того, сколько у вас уйдет на выполнение этого задания, можно посчитать, сколько вы сможете заработать на этом проекте за день. Вот, опять же, рефералы – это дополнительный бонус к вашему заработку. То есть больше пригласите, больше будете зарабатывать вместе. Вот, все задания, задания вот опять же таки на 5 минут, это 10 рублей, рубль 70, рубль 75. Также советую, если вы будете выводить по 10 рублей, эти 10 рублей это плюс к вашему сразу же рейтингу. То есть каждый раз, когда вы вводите деньги, вы получаете бонус к своему рейтингу. Давайте еще посмотрим, что такое просмотр рекламы. Это стандартная вкладка в подобных проектах. Она, как всегда, не особо дорогая, то есть этот просмотр очень дешевый, но зато очень быстрый. Здесь особо головой думать не надо. Нажали, просмотрели проект и ввели капчу, выключили. Давайте посмотрим заработок денег. Мы зайдем, видим, идет отсчет времени. После того, как время истекло, отсчет, этот секундомер дошел до нуля, появляется подсказка и выбор символов, которые вы должны взять и выбрать уже исходя из подсказки. Вы видите EB7, находим вот эту цифру, нажимаем, и вам засчитывается просмотр этой рекламы. Точно так же будет и для рекламодателя. То есть рекламодатель взял и разместил, это я просто показываю уже, как это для пользователя, но рекламодатель, когда разместит рекламу, пользователь именно так же ее будет видеть, эту рекламу, только уже вашу, если вы захотите работать как рекламодатель. После этого вы берете, просто закрываете, оно вам не надо, вы переходите опять на свою страничку. Видите, что мгновенно просчитывается то, что ты зарабатываешь, не надо обновлять страницу. Оно сразу же здесь зачисляется, поэтому это достаточно удобно. Вот. И так пошли дальше, выполняйте все задания, сколько их здесь есть, и зарабатывайте деньги. Также можно рекламодателям, помимо ввода сюда своих средств через вот эти платежные системы, о которых мы уже говорили в самом начале видео. И также рекламодатель может заработать деньги в самом проекте, как обычный пользователь. То есть вы просмотрели достаточное количество рекламы, повыполняли кучу заданий, заработали какое-то количество денег. Вам надо продвинуть свой проект, и вы не хотите сюда вкладывать деньги, но вы уже здесь заработали. Вы взяли эти деньги, автоматически вкинули в рекламу свою, и точно так же пользователи будут, выполняя свои задания, будут просматривать уже ваш контент, то есть ваши рекламные работы, которые вы здесь оставите. Всю информацию вы можете посмотреть на стартовой странице, это главное, нажимаете и посмотрите. Тут подробно расписано о том, как зарабатывают обычные пользователи, те, кто пришел сюда зарабатывать на проекте. Показывается, несколько абзацев есть о том, как рекламодателю разместить рекламу. То есть все инструкции, они достаточно подробные, и на них останавливаться смысла нет. Также, что хотелось сказать, здесь трехуровневая реферальная система. Хотелось об этом тоже сказать, подчеркнуть это. Также есть карьерный рост. Можно здесь посчитать в этой вкладке «Карьерный рост», что вам предлагает vmrfest.com, какие возможности. Потом, как рассчитывается рейтинг. Видите, просмотр, ссылка в серфинге. Плюс 0,1 балла. Выполнение задания рекламодателя плюс 0,5 балла, то есть 0,5 балла. Привлечение реферала при регистрации через авторизацию ВМ плюс 2 балла. То есть, приглашая рефералов, вы уже получаете дополнительно к вашему рейтингу. Потом за ежедневную активность плюс 1, кстати, забыл об этом сказать. Я уже забрал. Каждый раз, каждые сутки вы посещаете свой кабинет, у вас тут будет плюс 1 балл. Такая красная, ну, по крайней мере, на момент снятия видео она была красная. То есть дальше может быть цвет и меняться, это уже не суть важно. То есть вы забираете этот 1 балл всегда, когда заходите в свой кабинет лично. Видите, вкладка рекламодателям, это те, кто хочет уже продвигать свои проекты. Здесь тоже все доступно, не надо долго искать. Рекламодателям зашли, посмотрели, указали сайт, например,
название ссылки, описание ссылки, цена за клик устанавливаете и так далее. Все просто, все доступно, все понятно. Еще раз говорю, что ссылочку на этот ресурс вы найдете внизу под видео. Убедительная просьба всех тех, кто связывался с проектом VMware Fest, писать в комментариях, рассказывать о своих приключениях, о том, как вы работали с этим ресурсом, насколько он положительно или отрицательно на вас повлиял. Обязательно об этом говорите, пишите, не молчите. Эта информация будет для нас большим плюсом. Так, всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Опять получилось достаточно оно длинное. Еще раз благодарчик всем, кто досидел до конца. Подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч, пока и всем хороших заработков.